второй год подряд обладателем звания «Учитель года» в Якутии становится представитель Алекминского района. Конкурс завершился на прошлой неделе, и звание лучшего в нем завоевал Василий Лазарев. В прошлом году звание получил Иннокентий Малгаров. В чем секрет успеха алекминских педагогов, узнавала Елена Фаст. Настоящий золотой дубль. Наверное, это первый случай в истории республиканского конкурса педагогов, когда два года подряд абсолютным победителем становятся педагоги из одного района. Таким районом стал Алекминский, представив за два года двух победителей – Иннокентия Малгарова в 15-м и Василия Лазарева в 16-м. Методисты управления образования в ответ на вопрос о стратегии загадочно улыбаются, но не скрывают, двойная победа – результат совместной работы всего коллектива. Секрет в системе подготовки, методической работы – управление образованием и, наверное, я так скажу, что всего педагогического сообщества Алекминского района. А особых секретов нет. Каждый прием можно было увидеть на уроках и семинарах конкурса. На Василия возлагалась особая миссия. Абсолютного первенства никто не ожидал после прошлогодней победы, но были уверены – в 15 лучших войти должен. То, что Василия отобрали в пятерку, уже считали огромным достижением, но самое главное оказалось впереди. А когда именно на закрытии конкурса, когда объявили имя абсолютного победителя, мы аж с одной стороны на наших лицах можно было видеть смятение и радость и сразу одновременно. На конкурс поехал с таким уверенным чувством, потому что считал себя тем, кто уже прочувствовал этот темп, этот ритм данного конкурса. Конкурсы завершились. У Василия началась подготовка к конкурсу России, а значит, продолжается совершенствование. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.